Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о дате релиза iOS 13. Что хочу сказать, дата релиза запланирована на сентябрь месяц, а как мы знаем, что обычно презентация WWDC проходит на второй неделе нового месяца. И это, если посмотреть, у нас будет где-то вторник, то есть это где-то 10 число, 10 сентября. Вот 10 сентября у нас будет запланирована презентация WWDC. И то есть можем понимать, что через 2 дня или в этот день перед стартом продаж новых iPhone будет презентоваться новая iOS 13. То есть также будут представлены новые iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, новые видеосервисы, новые аудиосервисы, новый режим дополнительной реальности AR. То есть, как всегда, эти фишки-плюшки, которые будут ожидаться при показе, вся эта магия будет происходить именно в этот день. И что еще хочется сказать? Ну, в принципе, понятно, так что ждем. С 10 по 12 сентября будет представлен релиз iOS 13. Если у вас будут еще какие-то вопросы, оставляйте комментарии, не забывайте прожимать колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока!